По результатам недавно проведенного опроса, больше половины горожан недовольны качеством медицинских услуг в бюджетных учреждениях. В чем причина? Почему пациенты не доверяют здравоохранению? Ответы на эти вопросы глава города решил услышать от самих сочинцев. Но то ли за это время мнение пациентов изменилось, либо качество услуг повысилось, но в ответ Анатолий Пахомов услышал только благодарность в адрес медработников. Раньше было хуже, сейчас вообще исключительно. Вообще, вот везде внимание, везде все быстро, все обслуживание хорошее. Первая поликлиника – одна из крупнейших на юге России. Она обслуживает население Сочи от Мамайки до Бытхи, а это порядка 160 тысяч человек. То, что очереди у окон регистратуры значительно сократились, видно невооруженным глазом. Причина тому не отсутствие пациентов, а внедрение информационных технологий. Пользуется спросом запись по телефону, интернету, а также через инфомат. Аппарат позволяет получить как справочную информацию, так и талон на прием к врачу. Кто не успевает за прогрессом, обращаются в окно регистратуры. Мимоза Николаевна регистрирует сочинцев в первой поликлинике уже 30 лет. Говорит, пока силы здоровья хватает, не оставит любимую работу. Считает, что регистратура – это лицо поликлиники. Мы хотим, наши больные, чтобы отсюда поднялись к врачу хорошим настроением, чтобы они знали, что они пришли в поликлинику, что им здесь окажут помощь, примут хорошо, чтобы они не расстраивались. Они пришли в учреждение лечебное, они обязаны. В штате поликлиники только высококлассные специалисты, несколько кандидатов медицинских наук. А высокие технологии пределами регистратуры не ограничиваются. Самое современное оборудование позволяет проводить качественную диагностику и лечение пациентов. Благодаря постоянной помощи администрации Краснодарского края, Министерства здравоохранения Краснодарского края, администрации города Сочи, поликлиника имеет стабильное финансирование, которое позволяет закупать современную медицинскую технику. Пример технического омоложения – закупка нового цифрового маммографа. Его используют для ранней диагностики заболеваний молочной железы. Выявленное на ранней стадии заболевание излечивается в 90% случаев. К тому же первая поликлиника – единственная, где представлено бальнеологическое отделение и водолечебница. У учреждения есть еще одна гордость – кабинет лечебной физкультуры. И при всем этом в Сочи есть пациенты, недовольные качеством медицинского обслуживания. Это показало недавнее исследование общественного мнения. Результаты не радуют, подчеркнул глава Сочи уже на встрече с коллективом поликлиники. Мы сегодня вынуждены констатировать факт, что нашим пациентам не нравится наше здравоохранение. И здесь надо нам тоже подумать, наверное, самим тоже заниматься пиар-технологиями, хотим бы этого или не хотим. Понятие качества обслуживания складывается из многих факторов, начиная от опрятности фасада поликлиники, заканчивая доброжелательностью медперсонала. И если над технической составляющей и эстетикой в этом учреждении поработали, то вопрос обслуживания пациентов и качества лечения полностью в руках медиков, отметил Анатолий Пахомов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.